Всем привет! У нас уже активизировалась медведка. Вот здесь вот сидел вот кабачочек, и она его подрезала, корешочек. Вот эти вот сидят под баночками, под пластиковыми. Обычно мы режем, ну, банку на три части. На три части срезаем вот таких вот, ну, повыше можно вот так. И вокруг как делаем барьерчик, вот так землей присыпаем. Над землей, чтобы край у нее был где-то сантиметр, полтора. И она не пролазит, не подлазит. А здесь что-то вот супруга высадила пару кабачочков. И один без барьерчика вот здесь сидел. Все, она его захрумкала. В общем, пробовали разные способы. И скорлупу яичную собирали всю зиму. Потом целое ведро я ее измельчал. Сыпали тоже везде, и при посадке в лунке, и везде. Не особо она помогает, скажу вам. Вот. И бутылки пластиковые, говорят, там и пиво в них наливать, и мед, в общем, чтобы ловились. Они тоже, это я все пробовал, ничего, оно особо не ловится. Может, ловится, конечно, где они там вообще пешком ходят. Вот, самое простейшее. Брал всегда, весь сезон, гранулы от медведки, гром. Беру вот так вот прям в норочку. Вот она, норочка. Вот так вот. Ну, это я много сыпанул. Здесь просто одной рукой неудобно. Вот так вот. Чайную ложечку можно, в общем, засыпать. И уплотнил норочку. И так каждую норочку, где увидел норка, засыпаешь. Вот еще, смотрите, какая нора. Тоже вот она, медведкина. Тоже сыпанул туда несколько гранул. И уплотнил норочку. Вот так прям пальцем. Все, потом просто ходишь по участку, смотришь, они кверху пузом валяются, то там, то тут. Здесь вот тоже редисочка уже сидит. Она, смотрите, уже норы наделала. На улице еще нету, не замечали. А в теплице ей тепло, и она себя чувствует прекрасно. Тоже сейчас сыпанем несколько гранул и утрамбуем норочку. Вот они помогают, это уже проверено, каждый сезон пользуюсь. Потом просто говорю, ходишь по участку, они кверху пузом валяются. Либо такие в коматозном состоянии, не убежать не могут, ничего. Просто их лопаткой пришибаешь, и все. Но лучше с ними бороться. Они начинают уничтожать все. Потом все посадки. Подгрызает корешок. Вроде смотришь, стоял, приходишь вечером, он уже валяется. Она уже его подгрызла, корешок, а он лежит. Все, отгрызла. Поэтому лучше сразу начинать с ними борьбу заранее, чтобы они не разводились. Они сейчас еще разводятся, чтобы они потомство свое не плодили. Вот так вот в каждую норочку. Натрамбовал пальцем несколько гранул, и все. Ну, тут вот одна хозяйничает, тут их немного пока что. Ну, вот они, норы вот такие вот уже нарыли. Одна-две, может быть. А когда много, конечно, с ними уже посложнее бороться. Много не надо, вот несколько гранул, вот так вот в норочку, и утрамбовал. Все, вот так вот, возьмите на заметочку, простейший вот такой вот препарат. Гром. Ну, он разный бывает. Вот я пользуюсь громом. Ничего так помогает. Ладно, всем пока. Удачных будущих урожаев.